Всем привет, меня зовут Антон Аверин, и сегодня я расскажу вам, как сводить HDR изображение так, чтобы результат не резал глаз и не казался картиной руки какого-то бешеного импрессиониста. Ролик рассчитан как на начинающих фотографов, так и на опытных, но останавливаться на каждом инструменте, который будет использован в программах типа Photoshop, Photomatix, я не буду называть горячие клавиши тоже, поэтому я рассчитываю, что вы примерно умеете пользоваться этими программами. Из моей статьи «Введение в HDR» вы уже знаете, что существует два типа HDR изображений. Обычный HDR классический, сводимый при помощи различных программ. А также существует так называемый HDR или натуралистичный HDR, который сводится при помощи различных сложных масок. Сегодня я бы хотел остановиться на классическом подходе к сведению изображения HDR. Вот, и я буду пользоваться следующими программами. Lightroom для открытия RAW изображений и проведения предварительной коррекции перед сведением. Программа Photomatix Pro для того, чтобы получить HDR изображение. И Adobe Photoshop для того, чтобы обработать результаты. Кроме того, в Photoshop будут использованы несколько дополнительных фильтров, о которых я расскажу чуть позже. Из статьи моей статьи «Съемка и подготовка HDR кадров» вы могли узнать, как правильно снять кадры, как их предварительно обработать, и я рассчитываю, что у вас уже есть какие-то готовые кадры, которые вы хотели бы свести в одно готовое изображение. Поэтому давайте начнем. У меня есть три экспозиции снятого кадра. И начнем мы с того, что сделаем какую-то предварительную коррекцию, которую стоит делать до начала работы в Photomatix. Да, ссылки на все мои статьи будут лежать под роликом, так что если захотите, почитайте. Перед тем, как начинать сводить кадр в Photomatix, нужно сделать несколько очень важных вещей. Во-первых, нужно выровнять горизонт и сделать какой-то предварительный кроп, если он требуется для изображения. Вот, то есть я сделаю все по-быстрому. Вот, все изменения, касающиеся картинок, должны быть синхронизированы между всеми тремя кадрами. Вот, поэтому делаем синк и синхронизируем наши коррекции. Вот. Затем, если вы хотите сделать какие-то изменения по температуре, их тоже нужно делать до того, как кадры попадают в Photomatix или начинают как-то сводиться, или могут возникнуть проблемы какие-то. Поэтому температуру поправляем заблаговременно, пускай будет 6000. И также синхронизируем между всеми кадрами. Следующий важный этап – это хроматические аберрации. Поскольку современные линзы несовершенны, особенно из нижнего ценового диапазона, могут проявляться такие проблемы после съемки. Особенно по краям кадра и по краям контрастных объектов могут появляться зеленые, синие, красные какие-то полосы. Их нужно корректировать до сведения Photomatix, иначе они очень сильно вылезают при обработке и начинают бросаться в глаза буквально. Я пользуюсь для этого профилем коррекции Lightroom. Похожий плагин есть для Photoshop, поэтому вот можете посмотреть разницу между изображениями. Конечно, поправляет не идеально, но ничего не мешает хроматической аберрации подправить дополнительно. Я обычно это не делаю, оставляю профиль. Точно так же синхронизирую между всеми изображениями. На этом предварительная часть в Lightroom заканчивается. И для того, чтобы получить качественный результат, нам нужно избавиться от шума в изображении. Потому что даже если изображение снималось на низком ISO, скорее всего, у вас была очень высокая выдержка. Вот, и экспонировалось изображение довольно долго, что привело к появлению вот такого рода шумов. Конкретно на этом изображении шумов не очень много. Но если вы снимали HDR с рук, например, или в помещении, где вам пришлось поставить ISO 1600, скорее всего, шумов будет очень много, и после сведения Photomatix они тоже начнут бросаться в глаза. Поэтому лучше пройтись денойзом по изображению. Открываем наше изображение в Photoshop. Горячая клавиша в Lightroom Ctrl-E для открытия во внешнем редакторе. Выбираем наш любимый
Шумодав, у меня это Топаз Денойз, у вас это может быть какой-то другой. Конкретно в Топаз Денойз я обычно делаю очень аккуратные мягкие настройки, то есть конкретно в данном случае у нас есть немножко шума даже по небу, вот. Но если сделать очень сильные настройки, детали могут сильно пропасть, поэтому ставим такие аккуратные настройки. Можно поиграться с ползунками красного, синего шумов, теней, или яркого или светлого шума. Но обычно это не дает такого высокого качества результата. Чаще всего хватает общей силы. Проходим денойзом по изображениям, по всем. Мы немного убрали шум на всех кадрах, и теперь мы сохраняем их к актив. Я обычно сохраняю во временную папку. Отлично, сохранили. Пока их в Photoshop можно закрыть. Отправляем их в Photomatix. Если у вас экспозиция была выставлена с шагом каким-то одинаковым, был какой-то автобрекетинг, то, скорее всего, Photomatix сам подхватит экспозицию ваших изображений и определить, там, с каким шагом они были сделаны. Но если вы вручную подправляли где-то в Lightroom яркости, там, где-то высветляли кадр, затемняли там самую большую выдержку, например, то с этим могут возникнуть проблемы, и придется вручную проставить шаг экспозиции для того, чтобы Photomatix знал, как сводить. И конкретно на этом этапе очень часто все галочки остаются пустыми. То есть хроматические аберрации мы убрали с помощью Lightroom, потому что он дает более высокие результаты. Шумы убрали с помощью специализированного фильтра в Photoshop. Как бы все это можно делать и в Photomatix, но качество лучше получается у специализированных программ. Автоматическое выравнивание изображений. Можно предоставить эту работу Photomatix, в принципе, справляется он довольно неплохо, но я предпочитаю, например, выравнивать изображение в Photoshop. Есть еще одна галочка, она означает убирать призраков из кадра. То есть там, когда люди на долгой выдержке размазались, Photomatix может взять вот эту часть изображения размазанного, призрачного, может взять с другой выдержки, подставить, как-то ее сблендить немного, и получится очень такой приятный результат. Если у вас много людей в кадре, или там есть моменты, где нужно убрать этих призраков, стоит поставить эту галочку, выбрать ручное выставление этих призраков, там можно будет обвести и выставить, с какого кадра брать этот кусочек изображения. Но эта галочка может исправить изображение в некоторых случаях. То есть, например, если мы сейчас сведем наше изображение без этой галочки, на стандартных настройках совершенно, возникают подобного рода проблемы. То есть у нас с какой-то экспозиции взялись серые части. То есть в целом изображение похоже на HDR, но выглядит оно не очень гармонично. Какие-то куски торчат с предыдущего изображения. Это как раз-таки призраки других экспозиций, которые были сведены с помощью Photomatix. И иногда такие ситуации могут быть исправлены, если сводить изображение с деготстингом. Снова заливаем наше изображение в Photomatix и ставим галочку «Автоматически убирать призраков». Можно выставить высокий уровень определения или нормально. Оставляем нормальный. Смотрим на результат. И на стандартных настройках смотрим, что результат стал немного лучше. Например, конкретно вот в этих местах здесь были совсем черные дырки. И на здании тоже было гораздо больше каких-то серых непонятных элементов. Поэтому, если кадр получается, смотрится на первый взгляд не очень хорошо, иногда стоит пробовать убрать призраков с разных экспозиций. Это может дать несколько лучшее качество изображения. Теперь конкретно по Photomatix. Конечно, как вы видите, здесь очень много различных пресетов, можно сделать совершенно бешеные настройки, и многие люди примерно так и делают, и получают как раз-таки те самые плохие изображения, которые я показывал в своей статье. Вот. Мы оставляем
дефолтные настройки полностью. Выбираем режим Tone Mapping. Метод сведения Details Enhancer, что значит усиление деталей. И начинаем играться с ползунками. Здесь их очень много, и на самом деле все они не нужны. Если двигать большую часть из них, можно получить не самые лучшие результаты. Поэтому я обычно ограничиваюсь силой сведения изображения. Оставляю где-то между 80 и 90. Вот. Color saturation – это насыщенность цветов. Их можно немножко поднять, потому что сведение нескольких экспозиций в одну часто приглушает цвета. Можно немножко поднять яркость изображения. Я обычно делаю это. Контрастность деталей сделать немножко более темные тени, какие-то детальки, но добавит контраста в изображение. Это в целом неплохо. Lighting Adjustments очень несколько опасный ползунок, потому что на нуле у него вроде довольно нормальное распределение света, но если передвигать его сильно по сторонам, то освещение может уйти в места, где в принципе его не должно быть. То есть, например, вот здесь сейчас под мостом внезапно появилось освещение, его там как бы физически быть не должно, поэтому, когда двигаете этот ползунок, старайтесь работать с ним аккуратно и пытаться достичь какого-то более-менее правильного освещения в кадре, иначе вас обвинят в фотошопе и естественности изображения. Хотя, скорее всего, с фотоматиксом так и будет, потому что изображение не будет смотреться идеально естественным после работы в фотоматиксе. Иногда можно поработать еще с ползунками White Point и Black Point. Это просто яркость белой и черных точек. То есть сделать чуть ярче изображение. Сделать чуть более яркие тени. Более темные там. На ваш выбор. Можете добавить так контрастное изображение. Но чаще всего они остаются в стандартном значении. В принципе, для фотоматикса это вполне нормальный результат. Можно сделать процесс и сохранить результат как 16-битный TIFF. Открываем наш кадр. И нам нужно получить итоговое изображение теперь. То есть нам нужно как-то обработать все это изображение и привести его в порядок после фотоматикса. Цвета немножко приглушены, поэтому для начала стоит воспользоваться фильтром Topaz Adjust. Здесь тоже можно добиться вполне бешеных каких-то результатов, которые так популярны в современном HDR. Но я предлагаю все сбросить на стандартные настройки, поскольку мы пытаемся достичь аккуратного изображения. Стоит поправить всего лишь несколько ползунков. Адаптивная экспозиция. Тоже опасный ползунок, добавляет освещение там, где его не было, но если аккуратно с ним работать, то он немножечко останавливает яркость и контраст изображения. Обычно до 30 результаты где-то выставляются. Это чуть больше, но редко. Где-то обычно с 2, с 0,2 до 0,3. Остальные ползунки я обычно не трогаю, потому что не хочу никаких бешеных результатов. И как бы все остальное можно более аккуратно сделать с помощью корректирующих масок в самом фотошопе. При обработке кадров я обычно практикую так называемый принцип изменений без воздействия на оригинальное изображение. Поэтому всегда можно посмотреть, какая работа была проделана и что изменилось в кадре. Поэтому, если вы хотите внести какие-то изменения в кадр, что-то поменять в самой картинке, обязательно сделайте копию слоя. Вот. И как бы вся остальная работа будет проходить через корректирующие слои и маски. И, собственно, маскирование и будет занимать большую часть времени при обработке кадра. Например, давайте попробуем понять, что мы хотим сделать с этим кадром. Я обычно делаю так. Добавляю корректирующий слой кривых. И, смотря на разные части изображения, изменяю кривую и смотрю, как изменяется изображение. Вот, например, небо. Небо хочется сделать несколько более контрастным и цветастым. То есть можно добавить контраст. И, может быть, еще отдельным слоем можно будет добавить Hue Saturation.
того, чтобы поднять количество оттенков красного. Вода тоже интереснее смотрится с контрастом, чем без него. Но немножко не нравится, как проваливаются тени. Поэтому, может быть, часть воды можно будет сделать более контрастной, а то, что в тенях, оставить таким, как есть. Что еще можно сделать? Мост детали. Мне не очень нравится, что здесь слишком много красных оттенков. Хочется, чтобы он был как-то более естественно освещен. И контраст, в принципе, тоже можно оставить для моста. Вообще, как бы изображение часто выигрывает от какого-то даже небольшого изменения в контрасте. И как бы каждая часть изображения может получить разные настройки. Где-то захочется там больше добавить контраста, деталей или там высветить какие-то тени. Поэтому придется делать очень много масок. И в маскировании нам поможет другой фильтр, плагин к Photoshop. Topaz Remask. Начнем мы работу с неба. Topaz Remask работает очень просто, на самом деле. Есть три типа кисточек. Синяя, зеленая и красная. И синей кисточкой мы помечаем ту область, по которой программа должна будет рассчитать маску. То есть это граница наших объектов. Я выбираю кисть побольше и, собственно, провожу по тем частям, которые хочу выделить. То есть моя задача сейчас выделить небо, например. Поэтому нужно пройтись по границе кисточкой и как-то все это привести в порядок потом. Опытные HDR-щики советуют пользоваться для этого процесса планшетами с кисточками и ручкой, типа, так получается. Аккуратнее. Но у меня обычная мышка, и, в принципе, этого вполне достаточно. Никаких особых вещей докупать не придется. Маска не всегда рассчитывается идеально, поэтому в некоторых местах маску придется рисовать руками все равно. Помечаем красным цветом то, что нас не интересует, зеленым цветом то, что нас интересует на итоговой маске. И нажимаем на кнопочку расчета маски. Я обычно рассчитываю в максимальном качестве, чтобы получить наиболее аккуратную маску для этого изображения. Но как бы аккуратно маску Topaz Remask не строил, ее все равно придется приводить в порядок после автоматики. И в этом нам поможет Topaz Match Brush. Она не всегда срабатывает сразу же после первого обсчета. Особенно на сложных изображениях, то есть иногда стоит пересчитать, и тогда должна включиться галочка здесь, Topaz Match Brush. Собственно, есть несколько вкладок, оригинальное изображение, маска по трем цветам, рассчитанная программой, сама итоговая маска, Keep, та часть, которая останется на маске, Cut, та часть, которая отрежется с маски. И у нас теперь есть зеленая и красная кисточка, а также волшебная кисть Topaz. Мы ставим размер поменьше на кисточке и начинаем обрабатывать нашу маску. Нам нужно пометить серым ту часть, которая будет выкинута с маски, если мы находимся на вкладке Keep. Поэтому аккуратно проходим по краям, просто клацаем мышкой на тех частях изображения, которые мы считаем, что должны уйти с маски. Собственно, зеленая кисточка делает обратное. Она помечает те части изображения, которые мы хотим оставить. И поэтому те вещи, которые не получились, придется подправлять вручную. Например, вот этот яркий оттенок мы, когда рисовывали синей кисточкой области, не пометили, что мы хотим этот оттенок вне маски. Поэтому он как-то его и не рассчитал. Тебе придется ручками все это подправлять. Маску лучше обрабатывать с двух сторон, то есть и видимую, и невидимую часть. Поэтому стоит переключаться между областями Cut и Keep и проверять, не осталось ли каких-то кусочков торчать в другой части видимой области.
Итак, нужно пройтись по всем объектам на маске, по всем краям, посмотреть, чтобы, там, например, серые крыши домов не слились с серыми облаками, как вот, например, в этой части, и облака не попали на маску. Процесс этот может затянуться довольно долго, то есть маски бывают разные по сложности, некоторые получаются быстро и практически не требуется никаких работ кисточкой там, и исправлений. Вот. Некоторые маски довольно сложные, и если это там сложное архитектурное сооружение или там комната какая-нибудь, то выделение масками объектов может затянуться даже на часы. Обработка всего кадра в HDR несколько дней, потому что процесс довольно трудоемкий. Я перемотаю немного вперед, где у меня будут готовы маски различных частей изображения, и я покажу вам, как с ними работать и какие изменения стоит делать в кадре. После того, как у вас есть уже эти маски, вы можете понять, какую часть изображения вы хотите изменить. Так, я открыл другую версию этого изображения, которую я снял несколько раньше, чтобы ускорить процесс записи. У меня есть очень большое количество масок, которые позволят мне немножко подправить все это изображение, так как мне нравится. Например, у меня есть маска воды полностью. Сделана точно так же через ремаск. Вода, небо, мост, часть здания, здание с мостом. Перила моста, которое было довольно долго выделять, но в целом Topaz Remask способен справиться даже с такой сложной задачей. Просто придется немножко повозиться. И есть еще часть моста, которую я хотел немножечко исправить. И, соответственно, как происходят наши изменения. Мы создали какую-то маску. Например, маску воды. И нам нужно исправить что-то. Мы хотим поправить, например, контрастность. Выбираем кривые, корректирующий слой. Я разверну панель инструментов, чтобы было лучше видно. Вот я выделил маску и добавляю корректирующий слой кривых. Вот он добавился, вот его настройки. И можно менять только конкретную часть изображения. Мы можем добавить контрастность, поменять освещение полностью в кадре, изменить там баланс белого при желании. Но ключевой принцип сведения HDR изображения, во всяком случае у меня, ничего не дорисовывается, ничего не убирается из кадра. То есть все как было снято, все так и остается. Изменения могут проходить только в области объединения динамического диапазона кадра в пределах одного изображения. Это довольно сложно, особенно сложно добиться того, чтобы итоговое освещение в кадре соответствовало реальности, чтобы человек, который будет смотреть на этот кадр, не сказал, что это все фотошоп и все это неправда. То есть можно, конечно, перекрутить там сильный контраст, там, сильно добавить насыщенность цветов, все это будет клево и красочно смотреться, но это будет нереалистично. Поэтому изменения делаются аккуратно. Какую-то часть можно будет потом притушить, если покажется, что это все слишком вычурно и бьет по глазам. Поэтому просто поначалу делайте так, как вам нравится, и пытайтесь добиться того изображения, которое вы видели, когда снимали этот кадр. Потому что ваш глаз видел намного больше цветов, оттенков и динамического диапазона на этой картинке, чем то, что вы в итоге получили в камере. Постарайтесь вспомнить, какие цвета, оттенки были тогда на всех объектах. И постарайтесь повторить это при помощи масок, вот этих каких-то изменений, для того, чтобы результат получился хороший. Соответственно, вот они, наши кривые, и какие инструменты чаще всего пользуюсь я, например. В первую очередь, это кривые, которые позволяют контролировать
в принципе, все оттенки изображения, меняя конкретно гистограмму. То есть можно там добавить яркость или наоборот все как-то перекрутить на выбор. Также можно пользоваться уровнями. Кто-то предпочитает уровни, мне больше нравятся кривые. Второй инструмент — это Hue Saturation. Он позволяет добавить насыщенность каким-то оттенкам или наоборот приглушить их, потому что иногда кадр кажется слишком ярким и хочется такой более натуралистичный вид получить, чтобы не так бил по глазам. И третий инструмент — это чаще всего Color Balance, который позволяет немножечко сбавить температуру, например. То есть некоторые части кадра иногда получаются слишком красными из-за баланса белого. То есть немножко неправильно выставили заранее или в камере неправильно поставили. Получается слишком красное, например, изображение. И хочется немножечко остудить его. То есть тогда можно добавить, например, голубых оттенков и синих по средним тонам, по теням и по цветам. Мы получаем изменения по кадру в этом случае. И, собственно, какие изменения сделал я, когда сводил этот кадр. В первую очередь, это были кривые по воде. Я воду сделал более яркой, интересной. Также с небом я его осветлил. Кривые для моста, кривые для здания, чтобы оно больше выделялось в нашем изображении. Немножечко остудил температуру зданий, чтобы они смотрелись более естественно. Добавил насыщенность на здание в центре и немножечко убрал еще общую насыщенность у моста, чтобы он не так бросался в глаза и выделялся. Затем был корректирующий слой кривые и насыщенность для перил моста. А также немножечко изменений кривые, насыщенность и баланс цветов для самого моста. Вот итоговый кадр, который у меня получился в результате сведения. Все изменения видны. Только вы наигрались со слоями, настроили все там кривые, насыщенности и балансы так, чтобы кадр вам нравился и он был приближен к тому, что было во время съемки, стоит сделать Sharp для передачи изображения в веб. Может быть, Sharp не так важен, если у вас крутая камера с высоким разрешением, там 22 мегапикселя, 36 мегапикселей, как на последних камерах. Или у вас очень резкая линза, которая выдает там мегаточный, там ультрарезкий результат какой-то. Какой-нибудь, не знаю, дорогой Carl Zeiss, который стоит там 60-80 тысяч рублей. У меня, к сожалению, этого нет. У меня китовый объектив, и он требует Sharp. Как делается Sharp? Отключаются все свои, которые нас не интересуют. Включаются только те, которые нам интересны. Нажимается комбинация с клавиш Ctrl-Alt-Shift-E. Если не ошибаюсь, это... Так. Merge Visible. Ctrl-Shift-E, Ctrl-Alt-Shift-E, по-моему, объединяют все видимые слои в итоговое изображение. Только видимые, невидимые он оставляет как есть. Вот, у нас появилась итоговая картинка. И Sharp, техник Sharp существует несколько. В интернете часто попадаются статьи на эту тему. Я перепробовал все эти несколько способов там интересных. Там вплоть до того, что раньше я пользовался фильтром Topaz Detail, который, в принципе, дает довольно неплохие результаты, и иногда на HDR-изображениях стоит пользоваться именно им. Вот. Потом всякие high-pass обработки были. Но больше всего меня лично устраивает обычный Unsharp Mask. Просто нужно сделать очень аккуратные настройки.
Если вы присмотритесь, то будет видно результат работы этого фильтра на превью, оригинал и обработка фильтра. Я обычно ставлю радиус 0,3 или 0,4 в зависимости от того, насколько мелкую часть изображения я хочу сделать резкой, то есть размер радиуса пикселей. Силу я выставляю где-то на 8 уровней и в районе там 300 эффект от фильтра, для того, чтобы не получать там совсем неприятный результат. То есть это такой маленький шарп, который обычно не вылезает в виде там ореолов вокруг объектов и прочего. Вот я его делаю, и в итоге получается более резкое изображение. То есть более хорошо, чтобы было видно. Вот так было и стало. Обычно вот эта резкость дает свой эффект на веб-изображениях. Для печати кадров Sharp делается несколько иначе, и я, наверное, не смогу даже рассказать как, поскольку практически не печатаю свои кадры. Но для веба это довольно сильный эффект, который, я считаю, нужно делать обязательно на всех кадрах. Вообще, насколько я знаю, профессиональные пейзажисты всегда шарпят свои кадры, потому что линза не всегда выдает там очень резкий результат. Вот. И следующая часть, которую я добавляю, это винетирование. Винетирование мне больше нравится на вот таких не совсем естественных HDR кадрах. Винетирование, оно как бы добавляет акцента в кадр, делает, как бы концентрирует внимание зрителя где-то ближе к центру и немножечко не дает уйти взгляду из краев кадра, хотя оно может смотреться немножко неестественно. Как добавить винетирование? На самом деле очень просто. Добавляем слой Solid Color. Делаем его абсолютно черным. Выбираем маску. Выбираем круглое выделение. И выделяем от угла до угла часть изображения. И удаляем часть этой маски. То есть мы получили вот такую маску. Просто круг. И теперь эту маску мы дважды размываем по гауссу. С максимальным эффектом. Первый раз. Второй раз. И теперь эту маску можно немножко притушить. Так, чтобы она не бросала в глаза. Если очень хочется, можно добавить еще один эффект. Выделяем этот слой с контролом по маске. Создаем слой, например, Hue Saturation. Инвертируем. Мы получаем маску, которая будет сконцентрирована в центре с мягким радиусом вокруг. Мы можем просто поднять насыщенность только по центру кадра. И получить вот такой эффект. Смотрится, на мой взгляд, довольно приятно. Делать или не делать винетирование, решать вам. Вот. Я в итоге получил вот такое винетирование. И как мне показалось, кадр получился слишком насыщенным, слишком ярким. Может быть, кому-то это понравится. Я не любитель таких безумно ярких кадров. Поэтому я просто добавил слой, на котором я немножко притушил насыщенность всего кадра. То есть в любом случае решать, насколько эстетически хорошо выглядит кадр, можете только вы сами. Нравится он вам или не нравится. Устраивает вас результат или нет. Также стоит иногда добавлять на изображение копирайт. Сделать это довольно просто на самом деле. Открываете, создаете новое изображение в Photoshop. Добавляете группы, в которых создаете там текст какой-то, где-то картинка, если вам нравится, то есть как вы хотите оформить свой вотермарк и копирайт на изображение. Вот. Объединяете в группы. И сохраняете где-то отдельно, чтобы он у вас лежал готовый. И как только вам нужно добавить копирайт на изображение, вы просто выделяете нужную группу, убираете передвижение слоев Move Tool и просто тащите ваш слой, вашу группу на другое изображение. Располагаете где надо, у вас просто эта группа перетащилась. Эта особенность, насколько я знаю, работает только в пятом фотошопе, в третьем
такого сделать было нельзя. Ну, на мой взгляд, это даже удобнее экшенов, которые приходится писать разные для landscape формата и для портрет формата изображения. Поэтому я предпочитаю не экшен, а именно вот такой довольно быстрый способ. Все, после этого кадр готов. Его можно сохранить, добавить в Lightroom, в группу результатов и запустить куда-то в интернет, сделать Save for Web и получить, может быть, какие-то отзывы на вашу работу. Спасибо за внимание. На этом все о сведении HDR изображений с помощью программы Photomatix и Adobe Photoshop. Жду отзывов на своем блоге anton.averin.pro.